Друзья, всем привет! Сегодня я представляю вам такой автомобиль, как Mercedes-Benz E300 Firmatic или Formatic, как хотите. 2013 года выпуска данный автомобиль. Стоимость составляет 1 700 000 рублей. Выражаю благодарность автоцентру Allianz Garant. Allianz Garant – это только честные автомобили. Вся подробная информация в ссылке в описании к видео. В этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этой Ешки. Вот такие у нас ключи. Открыть автомобиль. Закрыть. Открывание багажника дистанционное. Давайте начнем. E300 это самый надежный силовой агрегат. Неприхотливый, атмосферник. Автомобиль полностью обслужен. Беспроблемный. Установлено. Панорамная крыша, есть электролюк. Коричневая кожа, увесистые двери, они открываются на широкий угол. Здесь перфорированная кожа, установлены чехлы, как видите, трехспицевый кожаный мультируль, скошенная нижняя часть. Великолепный салон Ешки. Здесь у нас также перфорированные вставки под перфорацию, это имитация всего лишь. Запускаем двигатель. Прекрасно. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля с переменным усилием. Довольно легкий руль. Гудок очень громкий. Рулевая колонка имеет электропривод и регулируется как по высоте, так и по вылету. Имеет электрорегулировки без проблем. Притом диапазон регулировок достаточно широкий. Удобное положение вы сразу для себя без проблем подберете.
Этот автомобиль имеет пробег 120 112 километров. Здесь установлен датчик света и датчик дождя, полностью светодиодная оптика. Теперь я предлагаю включить фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар, как обычно, аварийная сигнализация. Электропривод для сидений, соответственно, это в продольном направлении регулировки по высоте. Верхняя часть и нижняя часть. Традиционно для Mercedes-Benz контроллер находится вот здесь. Кресло просто сверхкомфортное для спинки. И, соответственно, для подголовников тоже имеется электропривод. И поясничный подпор по четырем направлениям. Очень неплохо. Три позиции памяти на сиденье, на рулевую колонку, соответственно. Центральный замок практически бесшумный, электрорегулируемые зеркала с подогревом, все зоны отлично просматриваются, имеется электропривод для складывания, видимо, немножко примерзли уже они, смотрите, с этой стороны не складывается, в общем, все работает. Электростеклоподъемники, в автомобиле отличная шумоизоляция. Задние стекла, они опускаются до конца. Блокировка стекол, притом имеется световая красная индикация. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Кстати, ножник здесь на американский манер, чтобы его активировать, чтобы снять. Еще имеется коленная подушка безопасности для водителя. И традиционно для Mercedes-Benz это их фишка, парковочные огни. Вот этот фиксатор необходимо переместить в зависимости от того, справа или слева вы стоите, чтобы быть заметным для других участников дорожного движения. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь. Традиционно для Mercedes-Benz он окрашен в красный цвет. Вот здесь хромированная окантовка дверных рамок. Светодиодные задние фонари, раздвоенный выхлоп. Хромированная вставка, задние датчики парковки. Светодиодная подсветка на знаках, имеется камера заднего. Проушины для буксировки. Диски AMG 18 дюймов, размер шин 245/40, Хакапелита восьмерка. Шикарные диски. Теперь я предлагаю рассмотреть днище этого автомобиля. Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида, очень яркие. Здесь также имеется камера и диодная подсветка. ВИН-номер автомобиля имеется в штамповке на капоте. Светодиодный адаптивный свет. Передние датчики парковки. Огромная эмблема Mercedes-Benz, камера переднего вида.
Mercedes-Benz E-класс, серия легковых автомобилей бизнес-класса немецкой торговой марки Mercedes-Benz, официально представленная с 1993 года и в настоящее время состоящая из 5 поколений. Автомобили E-класса являются самыми продаваемыми в иерархии классов Mercedes-Benz за всю историю компании. К 2015 году было продано более 13 миллионов единиц этой серии. Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, V-образная шестерка, 24-клапанная система питания двигателя, непосредственный впрыск топлива, соответствие экологическим требованиям Евро-5, расположение двигателя переднее продольное. Рабочий объем двигателя 3,5, обозначение M276DE35, мощность 249 лошадиных сил, крутящий момент 340 Нм. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 250 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 7,4, расход топлива в городском цикле это 9,8 на 100 км пути, в загородном цикле 6,2, это паспортные данные. Объем топливного бака составляет 60 литров. Привод полный, тип передней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые, вентилируемые, задние тормоза также дисковые, вентилируемые. Клиренс 150 мм. Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1825 кг, полная масса 2390 кг. Объем багажного отделения составляет 540 литров. Длина данного автомобиля составляет 4879 мм, ширина 1854 мм, высота 1474 мм и колесная база 2875 мм. В качестве опции доступна адаптивная подвеска Direct Control, которая штатно устанавливается на дорогие модели. В этом автомобиле много дополнительных электронных систем, которые обеспечивают безопасность. Их можно установить в качестве опции. Систему контроля усталости водителя, система сохранения полосы движения, систему распознавания дорожных знаков. Среди новых функций, служащих эффективности вождения и комфорта водителя и пассажиров, активные мультиконтурные сидения. Немаловажный и, скорее всего, печальный факт, не стоит забывать о том, что Mercedes-Benz E-класса входит в топ-10 самых угоняемых машин. Поэтому дополнительный комплекс систем безопасности не помешает. Вот такая Ешка действительно превосходный автомобиль. Итак, друзья, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Деревянные вставки, высокочастотные динамики аудиосистемы. Здесь у нас мягкий кожаный подлокотник, сохранился в хорошем состоянии. Основные динамики аудиосистемы, открывание крышки багажника и подсветка двери, она также диодная. Алюминиевые накладки на порогах с надписью Mercedes-Benz. Здесь, соответственно, поясничный подпор по четырем направлениям, электропривод, как видите, сиденье в идеальном состоянии. Здесь у нас вещевой бокс для водителя, он обит тканью, напольная педаль газа, спортивные алюминиевые накладки, имеется подсветка, все аккуратно прикрыто, неплохо, очень даже неплохо. Сейчас я предлагаю послушать звучание двигателя. Итак, друзья, как звучит E300?
такой сочный, насыщенный рык. Белые циферблаты. Все приборы крайне легко считывать. С этим не возникает никаких проблем. Главенствующий у нас спидометр, как видите. Звучит отлично. И на холостом ходу его практически не слышно. Никакие вибрации, тем более в салон автомобиля, не проникают. Автомобиль просто непоколебим. Здорово. Звучит восхитительно. Прекрасно. К читаемости претензий также нет. Здесь у нас управление светом и поворотниками, а также управление стеклоочистителями, традиционно для Mercedes-Benz. Вот этот рычаг у нас с этим заведует делом. Активация для круиз-контроля. Спидтроник установленный. Предел скорости, как видите, задаете. И все прекрасно работает. Прям три селектора здесь. Совсем, конечно, легко разобраться, если у вас до этого был Mercedes-Benz, но для непосвященного к этому нужно будет привыкнуть по части эргономики. 7G-троник, 7-ступенчатый автомат. Нажимаете на тормоз. Режим драйв. Нейтраль. И режим реверс. Задняя передача. Как видите, здесь вид с высоты, условно говоря, с высоты птичьего полета вам будет предоставлен, как видите, линии парковки. Притом, смотрите, когда я поворачиваю руль, такая анимация, линии передвигаются, они показывают наиболее правильную, удобную траекторию для парковки. С этим, думаю, проблем не возникнет у вас с парковкой. Все можно вывести на полный экран. Камера 360 градусов, как видите. Отрегулировать яркость еще, различные режимы. Обзор своего окружения имеется режим. Такой режим. Неплохо. В общем, запарковать этот автомобиль не проблема. Притом и графика, и разрешение довольно неплохое. Один раз нажимаете на эту кнопку, режим паркинг. Все очень просто. Подрулевые лепестки переключения передач, плюс передача выше и минус, соответственно, передача ниже. Управление для бортового компьютера. Здесь, я думаю, все понятно. Давайте рассмотрим. Запас хода, сколько осталось до пустого бака. Индикация режима ЭКО, это ускорение, равномерное движение, движение накатом. Видите, помогает вам экономить топливо. После старта вся необходимая информация. После сброса цифровой спидометр. Нет, сброс. Затем эта информация по навигации, компас, аудио, телефон, вспомогательная система, индикация вспомогательных систем, attention assist, пассивный режим, уровень внимания. Здесь, я думаю, все понятно. Отключение системы ESP, attention assist. Вот, в принципе, все. Техническое обслуживание, датчик давления в шинах, установки, комбинация для приборов, свет, соответственно, постоянно дневной свет, Intelligent Light System, комфортная подсветка, яркость. Все можно настроить. Автомобиль, видите, затем это комфорт, облегчение для посадки, складывание зеркал и так далее. И сброс на заводские настройки. Вот, в принципе, все для этого меню. Все понятно, логично совсем. Разобраться можно на раз-два без проблем. Здесь у нас управление для аудиосистемы. Прибавить и убавить звук. Отключение для звука. Кнопки принятия и отмены вызова для телефона. И посредством Bluetooth связи вы можете соединить телефон и принимать звонки, а также звонить и прослушивать потоковые аудиофайлы. Голосовые команды. Помощь.
Please repeat. Так, давайте отменим, наверное, этот режим, потому что все на английском, как видите. Вот из этого списка можно for все выбрать. Cancel. Cancel. Вот такое голосовое управление, такие голосовые команды. Кстати, приятный нероботизированный голос, это видно, как здесь все проработано, действительно неплохо. Я думаю, можно как-то ее русифицировать, перевести на русский язык, и она будет понимать русский язык. Эта система. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки. Здесь все на премиум уровне. Применяется мягкий пластик, идеальная шумоизоляция в этом автомобиле. Конечно, очень богатое исполнение. Этого Мерседеса не отнять, точно. Экран мультимедийной системы команд. Здесь у нас парктроники разместились. Здесь, как видите. Экран мультимедийной системы команд. Аналоговые часы с подсветкой. Для загрузки диска у нас имеется. SD-карта также. Как звучит аудиосистема. Треки, станции. Чистое, насыщенное, действительно насыщенное звучание. И по именно обратному усилию кнопки, рычажки, какие-то дефлекторы. Все на очень-очень высоком уровне в этом автомобиле. Не придерешься определенно. Здесь у нас клавиатура для набора. Радио, диск, навигация, телефон. С этим разобраться легко. Именно вот с этой панелькой со всей. Затем это у нас подогрев и вентиляция сидений, три ступеньки, высокое, среднее, низкое отключение, режим эко, отключение датчиков парковки. Притом создается ощущение, что это металлические кнопочки и клавиши. На самом деле это, конечно, пластик, но создается впечатление, что это металл. Такой хитрый обман от Mercedes-Benz. Здесь у нас установлен двухзонный автоматический климат-контроль, регулировка для потока воздуха. Различные зоны, ноги, лицо и так далее. Рециркуляция, регулировка для температуры. Здесь также все отображается в этом дисплее. Все прекрасно видно. Температура, тут все регулируется. Такие клавиши. Отключение, задний обогрев стекла, кондиционер, остаточное тепло и автоматический режим. Здесь, как видите, пепельница и прикуриватель, два подстаканника. Так все аккуратно сдвигается, элегантно, неплохо, очень неплохо. Здесь у нас режим S, спортивный режим, ручное переключение. Основные органы управления для системы команд. Давайте все рассмотрим. Рассмотрим подробно эту систему команд. Навигация. Для 2013 года, в принципе, неплохая проработка по графике. Претензий нет, абсолютно никаких. Как видите, все детально указано. Компас отображается. Приблизить, отдалить, зум. Так все работает. Неплохо, очень неплохо. Затем у нас есть гид, особые цели, как видите. Личные особые цели даже имеются. В общем, детально все проработано, установка, стандартные символы, личные символы, без символов. Трафик. Местонахождение. Видите, компас. Давайте рассмотрим, что здесь у нас под меню компас. Широта и долгота. Я так думаю, высота над уровнем моря еще указана. Цель.
Вот адреса из памяти, из Mercedes-Benz Apps, то есть приложение. Окей, так, маршрута по карте по геокоординатам. Вот и все для вот этой навигации. В принципе, довольно неплохо работает, никаких претензий к работе навигации нет, установки для карты. Как видите, затем это личные особые цели, сообщения, рассчитывать альтернативные маршруты, избегать определенные районы. Вот так работает здесь навигация. Затем это аудио. Сейчас я соединил флешку, видите, список, актуальный перечень, папка и так далее, альбомы. Просто поразительно. Затем это носители. Как видите, MP3, карта памяти, музыкальная регистрация, то есть это непосредственно встроенный жесткий диск, флеш-память USB и Bluetooth аудио. Сейчас он показывает, что у нас активно. Флеш-память USB. Звучание здесь вы можете настроить низкие, высокие частоты, баланс и фейдер выставить. Радио, диск, карта памяти. Вот опять-таки все источники. Управление для телефона. Здесь, я думаю, все понятно. Импорт контактов. Соединить с устройством. Видео. Здесь система поддерживает DVD. Система — это настройки, соответственно, установки для системы. Дисплей, включение, отключение. Яркость, дневной, ночной дизайн. Темп зачитки. Рингватроник. Камера 360 градусов, при активации режима реверс, язык, сделать избранным, активирование Bluetooth, импорт-экспорт данных, сброс, настройки у нас для времени. Здесь, я думаю, все понятно. Формат, камера, аналоговые часы и расход по топливу. Еще, кстати, имеется здесь у нас Mercedes-Benz Apps, то есть приложение, интернет-радио, веб-сайт, Mercedes Mobile, руководство по эксплуатации, ввести URL, избранные ресурсы интернета. Вот так все здесь работает. Провайдер не выбран, как видите. Вот в таком режиме работает система команд. Если сравнивать ее, допустим, с MMI у Audi и у BMW SiDrive, в принципе, аналогичные системы, нужно лишь привыкнуть. Все будет прекрасно. Здесь у нас такой распашной подлокотник. Сейчас соединил флешку. Все обито бархатом. Извиняюсь за небольшой беспорядок здесь. Салонное зеркало заднего вида у нас с автозатемнением. Имеется, безусловно, подсветка. Здесь она у нас. И управление, соответственно, шторкой. Прекрасная панорамная крыша, электролюк. Автомобиль после мойки, я так думаю, он слегка подмерз, поэтому не буду открывать функционал, именно демонстрировать по люку. Здесь у нас козырьки, макияжные зеркала с подсветкой, все работает, держатель для карт и контейнер для очков, вот сюда он спрятался. Конечно, не алькантара, но очень приятный, износоустойчивый материал, боковые подушки безопасности имеются, предупреждение с этой стороны, все то же самое. С точки зрения эргономики, в этом автомобиле все действительно очень хорошо продумано. Один раз привыкнуть стоит, и все, потом уже сложно распрощаться с этой роскошью. Мне понравилась, безусловно, работа подвески, как здесь все настроено, деликатно, четко, чинно и благородно. А рулевое управление — это просто выше всяких похвал в этом автомобиле. Тормоза настолько хваткие, цепкие. Просто даже не знаю, с чем сравнить именно тормозную систему. К шумоизоляции претензий нет. Силовой агрегат и трансмиссия настроены
очень-очень грамотно в этом автомобиле. Действительно, он может превратиться в умелых руках в спорткар, а так это очень комфортный бизнес-седан, который перемещает вас из точки А в точку Б с максимальным комфортом, с полной отдачей. Вы действительно влюбляетесь в этот автомобиль каждый день. Потом уже просто невозможно представить поездку даже в 100 километров в 1000 километров без этого красавца, без этого любимца. Еще здесь есть такая очень интересная функция, как складывание задних подголовников для лучшей обзорности. Здесь вы можете отключить сигнализацию на тот случай, если автомобиль буксирует. Автомобиль не подумал, якобы его куда-то незаконно буксируют. Этот автомобиль даже в некоторой степени немножко меняет ваше сознание и делает вас более вежливым, более уступчивым, наверное, и более таким утонченным дипломатом. Лепит из вас такого утонченного действительно дипломата. Автомобиль достойный, как внутри, так и снаружи. Действительно, как слоган гласит, Mercedes-Benz лучшее или ничего. Если спросите меня, насколько хорош этот автомобиль, наверное, он хорош на все 110%. Действительно, удивляешься и поражаешься качеству исполнения этих автомобилей. И при том, спустя годы они не так прям сильно теряют в стоимости, они довольно ликвидные. Да, запчасти все-таки оригинальные, не дешевые, но нужно не забывать, что это премиум сегмент, это премиум автомобили, и содержание такого породистого питомца не может обходиться дешево. Да, в этом автомобиле есть элементы, которые, допустим, просто не должны быть здесь. Вот, допустим, в качестве примера, некоторые панельки поскрипывают. Вот, допустим, та же самая панелька, когда вы регулируете именно температуру, некоторые скрипы присутствуют, но не всегда. Допустим, в этом месте как-то не так. Допустим, в этих местах можно иногда встретить скрип, но в целом, если общую картину, так сказать, сложить этот пазл, в целом на очень-очень высоком уровне все. У Ешки действительно шикарная обзорность, к этому претензий нет, плюс еще есть камеры и боковые, и передние, и задние, и датчики парковки, так что это проблем. Так что запарковать этот автомобиль можно без проблем в любое место, в любое время. Е-класс действительно поражает именно качеством исполнения. Основные конкуренты — это Audi A6, безусловно, BMW 5 серии и Lexus GS. И, возможно, сюда можно приравнять и Cadillac. Но соперничать с Mercedes-Benz — это очень сложно, действительно. К удобству посадки и к удобству высадки претензий с моей стороны абсолютно никаких нет. В этот автомобиль очень легко садиться и выходить. Для настоящих ценителей автоспорта существует версия AMG. Это действительно настоящий зверюга, спорткар. Единичные штучные экземпляры, но они находят своего владельца, потому что есть еще действительно энтузиасты, которые хотят, чтобы у них в гараже был AMG. Безусловно, AMG продукт дает вам возможность оторваться по полной, понаваливать на этом Мерседесе. Вот такой продукт от Daimler Autogroup, утонченный, со вкусом, просто автомобильный шедевр. Вот такой багажник, очень вместительный. Как видите, здесь у нас имеется диодная подсветка для складывания спинок. И запаска. Вот там находится у нас аптечка и подсветка. Знак аварийной остановки. Две удобные ручки, чтобы закрыть крышку багажника. Все очень удобно. Второй ряд сидений. Довольно комфортный и удобный. Здесь установлен детский замок, фиксатор, два положения, чтобы дети не смогли открыть автомобиль изнутри. Также вставки под дерево, подлокотник. Кстати, по коже, именно по выделке, все высочайшего качества, и придраться к этому очень сложно. Вещевой бокс, диодная подсветка, динамики аудиосистемы, алюминиевые накладки на порогах.
Имеется система ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел. Регулируются здесь подголовники, ремни безопасности, как видите, и динамики аудиосистемы. Теперь я предлагаю присесть на второй ряд сидений. Посмотрите, какие массивные кресла. И подголовники здесь не простые, а золотые. Это система NEC Pro. Она защищает вас от хлыстовых травм. Это очень крутая система, направлена в первую очередь на безопасность. Здесь у нас вещевые карманы с обеих сторон имеются. Огромный центральный тоннель, как видите. Розетка и пепельница. Кресло в меру мягкие, в меру жесткие. Профиль очень удобный. Дефлекторы обдува. Здесь уже пластик немножко пооблез. Нет, ничего страшного. Утонченный интерьер Mercedes-Benz E300. Фирматик, конечно, дает вам полную уверенность на заснеженной трассе. Имеется подогрев сидений, три ступеньки для второго ряда, высокая, средняя, низкая, и отключение, при том он находится в достаточно удобном месте. И вот с этой стороны, соответственно, откидной центральный подлокотник, здесь айфоны, разместились, сетка имеется, как видите, и, скорее всего, через багажник вы можете просунуть длинномеры. Такие подстаканники у нас так раскладываются. Интересно. И мягкий подлокотник. Обзорность назад неплохая. Здесь у нас имеется подсветка. Странно, почему она не диодная. Все-таки панорамная крыша — это просто шикарная вещь. Дополнительные вешалки вот с этой стороны также. Второй ряд сидений очень комфортный, уютный. Претензий абсолютно никаких нет. Но немножко съедает место вот эта панорамная крыша. Но дело того стоит определенно. Сколько места у меня в ногах остается? Я сейчас сел сам за собой. Притом здесь такие выемки имеются именно для коленей, для рослых пассажиров. Над головой еще, наверное, 2-3 сантиметра, но если вольготно так рассесться, наверное, уже впритык. Посмотрите, какие массивные кресла. Если даже смотреть в профиль, я даже прям не знаю, с чем сравнить эти кресла. Здорово, очень здорово. Теперь я дальше предлагаю рассмотреть этот автомобиль. И вот здесь, насколько я помню, должна быть контурная подсветка. И вот там в дверях, вот в этой части. Давайте дальше рассмотрим этот автомобиль. Как переднюю часть, так и заднюю часть этого автомобиля невозможно спутать с чем-то другим, либо не узнать. Лючок бензобака. Рекомендации по давлению в шинах. Это определенно один из самых лучших автомобилей в своем классе. Бескомпромиссный, как с точки зрения динамики, так и с точки зрения комфорта, удобства, продуманности, дружелюбности к своему владельцу. Здесь, с этой стороны, все то же самое. Электропривод, это поясничный подпор по четырем направлениям, вещевой бокс, сетка, подсветка имеется и предупреждение. Здесь также центральный замок, электропривод, все то же самое, что и для водителя. Все прекрасно работают. Подголовники и три позиции памяти. Электростеклоподъемник. Бардачок можно принудительно закрыть на ключ. Он очень вместительный. Две полки, руководство по эксплуатации, держатель для монет, для карт, для ручки. Он довольно вместительный, с подсветкой. И при том он еще охлаждаемый.
охлаждаемый посредством кондиционера. Неплохо, очень неплохо. В этой Ешке установлено 9 подушек безопасности, включая подушку безопасности для коленей водителя. Еще раз, как звучит аудиосистема. Очень достойное, насыщенное звучание. Этот автомобиль даже в некоторой степени настраивает на спокойное, гармоничное вождение. Очень комфортный. Давайте заглушим двигатель. Потрясающе выглядит как внутри, так и снаружи. Определенно лучший бизнес-седан в своем классе. Технологический лидер. На этом обзор Mercedes-Benz E300 Firmatic 2013 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, подписывайтесь на канал. Пока!